Помни, Мария, в Вифании. И когда в Вифании, в доме Симона Прокаженного, когда он сидел за едой, пришла женщина, имевшая алавастровый сосуд с миром из нарда весьма драгоценного. И она сломала ящик и вылила ему на голову. И были некоторые, которые негодовали внутри себя и говорили, для чего сделана такая трата мира. Бо его можно было продать дороже, чем за 300 динариев, и раздать бедным, и они роптали на нее. И Иисус сказал, оставь ее, зачем вам ее беспокоить? Она сотворила надо мной доброе дело, ибо нищих всегда имеешь с собою, и, когда пожелаешь, можешь сделать им добро, меня же не всегда имеешь. Она сделала все, что могла, она пришла заранее помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где бы Евангелие сии ни было проповедано по всему миру, там и о том, что она сделала, будет сказано в память о ней. От Марка 14:3-9. Иисус Христос – единственный Спаситель. Родит она сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов их. Матфея, час 21 минута. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, чтобы всякий верующий в него не погиб. Принял жизнь вечную. Иоанна 3 часа 16 минут. Иисус говорит ему, я ЕСМ мягкий знак путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иоанна 14, 6. Нет спасения ни в ком другом, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4 часа 12 минут. Ибо я передал вам прежде всего то, что и я принял, как то, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, 1 Коринфянам 15:3-4, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, к Ефесянам 1:7. Есть четыре истины, которые мы должны полностью понимать. 1. Бог так любит вас. Он хочет, чтобы вы имели вечную жизнь на небе с Ним. Бо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3 часа 16 минут. Он хочет, чтобы с Ним у вас была изобильная и значимая жизнь. Вор приходит не иначе, как для того, чтобы украсть и убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10 часов 10 минут. Несмотря на это, многие люди не проживают СМ-мысленной жизни и не уверены, если они есть вечная жизнь, потому что... 2. Человек грешен по природе. Вот почему он отделен от Бога. Все грешили, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. К Римлянам 3 часа 23 минуты. Бо корень всякого зла – сребролюбие. 1 Тимофею 6 часов 10 минут. Плата за грех – смерть, ибо возмездие за грех – смерть. К Римлянам 6 часов 23 минуты. В Библии указывается два вида смерти – физическая смерть. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, к Евреям 9 часов 27 минут, духовная смерть или вечное разделение от Бога в аду.
боязливым и неверующим, и гнусным, и убийцам, и блудникам, и чародеям, и идолопоклонникам, и всем лжецам будет своя часть в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Откровение 21:8. Если человек отделен от Бога из-за своего греха, какое решение этой проблемы? Мы часто думаем, что решение – это религия, хорошие дела и хорошие манеры. Но решение от Бога есть только одно. Три. Иисус Христос – единственный путь на небо. Это декларация Бога. Иисус говорит ему: «Я ЕСМ – мягкий знак путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Он заплатил полное наказание за наши грехи, ибо и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. 1 Петра 3:18, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, к Ефесянам 1:7. Он имеет обещание вечной жизни. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на немецком Иоанна 3:36. Бо плата за грех – смерть, но дар Божий – жизнь вечная через Иисуса Христа, Господа нашего. Римлянам 6:23. Четыре. Чтобы спастись, нам нужно верить в Иисуса Христа. Наше спасение благодаря Божьей благодарности через веру в Иисуса Христа. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это дар Божий. Пять дел, чтобы кто не хвалился. К Ефесянам 2:8-9. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. К Римлянам 10:13. Молитва грешника. Молитесь с верой. Господь Иисус, спасибо Тебе огромное за любовь меня. Я призоваюсь, что я грешник, и прошу Вашего прощения. Спасибо за Вашу смерть на кресте, похоронение и воскресение, чтобы заплатить за все мои грехи. Я верю в Тебе как моего Господа и Спасителя. Я принимаю Ваш дар вечной жизни и отдаю свою жизнь Тебе. Помогите мне подчиняться всем Вашим повелениям и быть удовольственным в Ваших видах. Аминь. Если вы ВЕРЕЛ и С мягкий знак в Иисуса Христа, с вами произошло следующее. Теперь у вас есть вечная жизнь с Богом. Вот воля пославшего меня, чтобы всякий, кто увидит Сына и поверит в Него, имел жизнь вечную. Я воскрешу Его в последний день. Иоанна 6:40, все ваши грехи были оплачены и прощены. Прошедшее, настоящее, будущее. Но этот человек, после того, как он принес одну жертву за грехи навеки, сел одесную Бога, к Евреям 10:12. Вы – новое творение. Это начало вашей новой жизни. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. Вот, все стало новым. 2 Коринфянам 5:17. Вы стали ребенком Божьим. А тем, кто принял Его, верующим во имя Его дал власть быть сынами Божиими. Иоанна 1:12. Добрые дела – это не способ спасения для нас, а доказательство или плод нашего спасения.
бы мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые прежде предназначил нам исполнять Бог. Ефесянам 2 часа 10 минут. Бог благословил.